Европейские биржи в эти минуты тяжелеют примерно на 1,5%. ВВП Китая вырос по итогам 2015-го на 6,9%. Это минимальная прибавка за 25 лет. Но примерно такие цифры прогнозировали, и к тому же растут шансы на новые меры поддержки от государства, а потому игроки спокойны. Нефть сейчас тоже в плюсе и стоит марки WTI и Brent примерно 29,5 долларов за баррель. Но вчера в США был выходной, и поэтому куда нефтяные цены пойдут дальше, зависит именно от американских биржевиков, которые сегодня вернутся на свои рабочие места и оценят и возвращение Ирана на нефтяной рынок, и статистику из Китая. Наши ММВБ и РТС благодаря нефти в эти минуты в плюсе на 2,5-3%. Доллар и евро заметно дешевеют. Американец стоит 78,45, европеец 85,29.